Земля. Земля – это колыбель человечества. Да. Причем, судя по ее виду, это колыбель до изобретения памперсов. Оля, если будут звонить цементному заводу, не соединяй. Скажи, что денег на очистные сооружения в департаменте нет. Что с тобой? Там у вас в кабинете. Ты кто? Кто ты? Что ты? Люди! Жители голубой планеты! Остановитесь! Вы отравляете атмосферу! Пришелец. Первый контакт. Здравствуйте. Добро пожаловать, как говорится, к нам на Землю. Разрешите представиться. Смердяев, начальник департамента промышленности. А вы к нам прямо оттуда, с Альфа Центавра. Нет, я не с Альфы. Земная цивилизация! Виднет! Созвездие гончих псов! Нет! Человечество на грани вымирания! Обдумайте! Понял! С туманности Андромеды! Нет! Я из поселка Химволокно, что рядом с цементным заводом. Там теперь все такие. Че, обалдел, что ли? Че ты под колеса бросаешься? Не пущу! Да че ты хочешь-то? Ты что, дурак, что ли? Жить надоело? Куда вы едете? На свалку мы едем. Я с азотно-тукового комбината еду на свалку. Уйди с дороги. А вот на свалку я вас не пущу. Вот туда вот. Поворачивайте. Ах ты ж твою бога душу, мать! Андрюша, давай садись за руль. Садись. Ты... Трогай, пока я его держу. Стой здесь. Стой! Что я сказал? Давай, Андрюш, давай, пошел! Пошел! Стой, сказал! Стой, ты здесь! Стоять! Слушай, задолбали вы уже. Ты понял? Я тебе сказал, что мне надо на эту дорогу, на свалку. А твой Гринпис, он мне до ноги, понял? Какой Гринпис? Я дорожник, мы там мост разобрали. Андрюша! Андрюшик! Андрюш! Будто на базе. О, Герштруди, наш зарубежный партнер. Не за рубь, а за евро. Да? Сейчас мы за это дело быстренько. Минуточку. Я хочу спрашивать, почему ваше издательство творит издевательство? Как так? Что это есть такое? А почему издевательство? Замечательная карта. Причем географическая, как вы просили.
Причем сделали мы ее досрочно. И уже неделю мы это отмечаем всем коллективом. И сейчас мы за это дело обязательно. Это не есть карта мира. Где здесь Германия? Я вас спрашиваю, где здесь Германия? Где? А что, нет Германии? Сейчас мы найдем, как это. Значит, это у нас... Нет. Вот. Германия, ну вот, есть! А? Я же говорил, сейчас мы за это делаем. Германия есть. Но где она есть, я вас спрашиваю. Ну, Мозамбик, Ангола, Германия. Да. Германия, она и в Африке. Германия. Все, пошли. Хорошая моя. Петрович? Привет. Пожевать ничего нет? Нет. А что в пакетике-то? Да ну нет. Ну. А Зорю уже покормили? Да. А что ты с совочком гуляешь? Это специальная вещь. А? Для уборки продуктов жизнедеятельности собачьего организма. Не засоряю окружающую среду. Понятно. Рядом. Сам додумался или кто подсказал? Да уж сам бы я до такого никогда бы не додумался. Это все вот это вот ненормальное из 38-й квартиры. Арнольдовна? Ну? Моя собака меньше гавкает, чем вот эта вот экологическая активистка. Он уже вот так вот меня достал. Значит, получается у нас как? Значит, ты эти как продукты... Жизнедеятельность. Ну их, да. Собираешь в совочек и на помойку, да? Зачем? Я их собираю в совочек и к 38-й квартире. Пошли. Пошли, моя хорошая.